9 июня для учащихся 4 А класса школы номер 43 Станицы Северской провели экскурсию по районному отделу ГИБДД. В этот день ребята изучили работу сотрудников всех отделов. Мальчишкам и девчонкам рассказали о знаках дорожного движения, водительских правах, административных нарушениях и многом другом. Школьники отблагодарили сотрудников самодельными подарками и рисунками. Я вручаю вот этот рисунок с 85-летием ГАИ. Спасибо, мой золотой. Также дети познакомились с начальником отдела ГИБДД отдела МВД России по Сиверскому району, подполковником полиции Олегом Лажаевым. ГИБДД состоит, получается, из многих подразделений. Вы каждый прошли уже по кабинетам, посмотрели. Дорожная инспекция, технадзор, пропаганда, агитация, безопасность дорожного движения, административная практика. Надеемся, что вы все оцениваете и понимаете правильно под руководством ваших классных руководителей, наставников, родителей в первую очередь. И будьте достойной смены нам, когда мы уже старенькие, уйдем на пенсию, вы будете продолжать наше дело. Напоследок для детей оставили самое интересное. Юным инспекторам дорожного движения показали настоящую машину дорожно-патрульной службы и даже дали посидеть за рулем. Школьники сказали сотрудникам ГИБДД спасибо.